Алоха, с вами Спортфлейм, и мы возвращаемся в Обскур. Идем в открывшийся проход, куда зашел один из учителей. Я проверил старые коридоры, в которые в прошлый раз не пошел. Там были только монстры и ничего больше. Ни патронов, никаких документов. И просто мы вернулись через те проходы назад в актовый зал, через который мы изначально и попадали в подвалы. Поэтому идти туда смысла абсолютно нет. К сожалению, там документов не оказалось, а у меня вроде как еще 4 слота под документы. Может быть, я где-то пропустил, даже не знаю, хотя вроде все старался обшаривать. И везде Джошем тыкал, есть ли тут что-то еще интересное или нет. Но, тем не менее, 4 свободных слота еще осталось. А сейчас мы идем вроде как к последнему боссу. Волден, стой! Это не поможет! Ты лжешь! Это тебе ничего не даст! Это сыворотка? Отдай мне ее! Ты живо. Слишком долго был на свету! Нет! Волден, дай стой! Дай мне сыворотку, или я буду стрелять! Ты уже начал мутировать! Итак, у нас новая точка сбора, и все 5 в сборе. Видим здесь мигающую сумочку, и эта сумка напоминает сумку профессора Уолдена. Так. Еще в ней должны быть еще патрончики. Иногда пишут, что мы, типа того, что взяли оттуда патроны и аптечки. Подходим к ней ее и активируем ее. Походим к ней, активируем ее и забираем лишние патроны. Аптечки экипируюсь я лазером. Я с тобой. Напарницу. Я даже не шевельнусь. Оставляю здесь, поскольку бот очень часто любит помирать на этом боссе. А мы же хотим, чтобы все выжили. Не так ли? Ну что, двигаем к босерке. Леонард, прости меня. Я почти нашел формулу. У меня почти получилось. Вот он, босс. Начинаем жарить его лазером. Прячемся на эту точку от этой атаки. Меняем оружие. Бегаем от этой темноты из-под земли. И здесь снова спасительная точка. Потанцуем? Ну давай потанцуем. Теперь налево бежим. Не вовремя перезарядка. Класс. Просто летать охота. Перезарядка. Здесь постоянно нужно с точки на точку перебегать. Здесь тоже вот можно пробежать, кстати. Ну что, подожди.
Так. И еще одна конечность уничтожена. Босс еще не помер? И атакует. Опа. Ну что, потанцуем? Так, вроде я по нему дамажу. Зарядка. Как тебе? Ну что, потанцуем? Так. О, сгорает. Thank you.
gags. She blows me away, kicks me up in the morning. Her kind of loving does the greatest fucking to a drag. But here's the real work of art. She gave me a kiss, cigarettes, and a strike with a frying pan. Wham, bam, spit, teeth, and you're the fun. Love me, then leave me, then love me again. I was still standing, I'm addicted to the pain. Oh, goodness gracious, vicious. I'll be chopped and thrown to the fishes. All the fish don't find me delicious. Now my baby's come back. For this kind of woman to come my way, the one who can shake me with a tip on a finger. I'm shaking like a sissy in a hockey game, and got the looks of a rock and roll singer. I'm all ripped up and I love it, and I'm smashed to pieces and I love it. I love me, either leave me, either love me again. I'm still standing, I'm addicted to the pain. She's giving me a big fat lip, and when she's on that lippy trip, I wanna go back to the fingertip. Вот мы и прошли первый обскур. Концовочка. У меня все выжили. Вполне неплохо. Только я так и не понял в конце. Монстр же вроде рассыпался. Но в конце как будто что-то было. Как будто что-то еще появилось. Так в итоге выжили ли все мои студенты? Точнее старшеклассники. Или все-таки в конце пол обвалился и они умерли? Или может часть монстра их достала? Может, ответы будут во второй части, хотя вроде как во второй части уже другие персонажи играли. Хотя показалось, что все выбрались. Значит, наверное, все-таки все выжили. И, фух, предотвратили наконец-то эти разработки треклятые в школе и убили самого Леонардо. Так, сохранить игру? Да, давайте сохранимся, наверняка будет. НГ плюс. Экстра. Разработка. Обскур за кулисами. Завершите игру на сложном уровне, чтобы открыть этот бонус. На специальном режиме. Ого, какой специальный режим будет. Чтобы открыть этот бонус. Сам 41. Спэм. Так, шипованная бита. Найдите ее, пройдя обскур в специальном режиме. Видно в любой новой части в специальном режиме без видеоролика. Странное какое-то описание. Нужно в специальном режиме где-то ее найти. Вы открыли лазерное оружие. Пройдите игру в специальном режиме. Используйте режим усиления света, чтобы активизировать лазер.
Новая одежда для Эшли. Переиграйте обскур в специальном режиме, чтобы увидеть ее. Так для Джоша, а для всех персонажей. Ну, ее костюмчик не сильно отличается. Так, вот костюмчик Джоша забавный. Хотя, по сути, здесь только другая рубашечка и штаны. Так, у Стэна одежда тоже не сильно отличается. Ну да, другая типа футболка, но такое себе. Вот у Эшли отличается, у нее здесь и цвет волос другой. Хотя, по сути, тоже такой же длинный юбка, только другая расцветка. И верх, по-моему, тоже такой же, только другая расцветка. Но, вероятно, из-за другого цвета волос, губ, другого цвета очков, обуви и колготок в сеточку воспринимается по-другому, сильнее, чем у других персонажей. О, это с этой, с Моргенштерном в этом костюме. Так, что такое, если я включу это? О, типа, клипы, что ли? А это похоже. I think I'm about to be mugged. Hey guys, yeah, hey, how you doing? Have a seat. Take it easy on those chairs, Corinthian leather. Have you heard the new album? No, I haven't heard the new album. I'm sure it's great. All sorts of songs about skateboarding and getting dumped. Yeah, I love this one here. Listen, the reason I called you guys in here, your name, Sum 41, the number band thing is out, okay? Blink 182, Green Day 75. These names are not cool. What's in now is the, okay? Yeah. The Strokes, the I Can't See You, the Vines, the Hives, the White Stripes. So this isn't new. The Led Zeppelins, right? Are you feeling me? Guys, check this out. The Sums. Okay. The Sums. What's in now is the drinking your beer and smoke. You guys smoke? No. Yeah, you do now. You like that? Smoke them up, Johnny. What's your name? Derek. Not anymore, it isn't. It's Sven. You like it? It's great. Yes. I don't know. It's great. Yes. I guess so. Give it a go. Sums? So am I. А дальше клип играет, конечно же. Ютубчик не любит авторские права, все дела. Как и в первом видео по этой игре, где играет сам Путь Иван. Ютуб, скорее всего, разрешит вставить то видео на Ютуб, но тыкнет так, что мы не можем монетизировать это видео, и если там будет реклама, то от самого Ютуба. Ну прикольно, ладно, эти клипы не будем на видео до конца смотреть. YouTube не любит такого, посмотрим. Разработка. We'll be right back.
коротенькое достаточно видео, я думал, будет побольше. Забавный чувак какой-то в конце, типа, проиграл на второй форме последнего босса, хотя вторая форма последнего босса, в общем-то, легкая. Что там сложного-то, первая тяжелее. Какие-то два бонуса, но они открываются только на харде и на каком-то специальном режиме. Посмотрим, давайте выйдем отсюда. Изначально хард был закрыт, теперь, наверное, должен будет быть открыт. Так, картиночка начально изменилась. Бонусы, а вот экстра. Теперь можно здесь зайти. Можно всю музыку из игры прослушать. Так, титры с разработчиками. Какой-то специальный режим. Если загружаем игру, так, смотрим. Лаборатория. Это все старые мои сохранения. На новых нет, хотя игра попросила в конце сохраниться, наверное, просто дату запомнить. Точно нет. Смотрим, смотрим. По времени я смотрю. Нету. Нигде не написано NG+. То бишь новая игра плюс, значит нету. Если новая игра, можно выбрать уже сложный режим. А наверное, когда пройдешь... А нет, вот, специальный режим. Что такое специальный режим? Так. А девушка другая персонажа. Все, а если новая игра, к примеру. Одежка простая. Я специально даже на таком же уровне сложности попробовал. Если выберем сложный уровень сложности, какая одежка будет. Тоже красная. В специальном режиме на сложности другой. Похоже, специальный режим дает нам другую одежду. Может быть, что-то еще, но пока непонятно, пока я вижу, что просто другая одежда. Может быть, расположение каких-нибудь вещей или врагов будет несколько другим. Сложно сказать, но пока что это только другая одежда. Но почему для этого делать отдельный режим? Если в нем нету никаких различий с основным режимом, просто другая одежда. Окей. Хотя тогда бы вы могли сделать это и просто, чтобы был выбор одежды, как в других играх было, в том же Резиденте. После прохождения мы могли в шкафчик зайти и выбрать другой костюм. Это в старых Резидентах, в новых. Прямо в главном меню можно было это сделать, в том же Ревелейшнсе. И в первом, и втором. Ну, ладно. Такой костюм, так другой костюм, может что-то еще. Непонятно. Если вы знаете, чем еще отличается специальный режим, напишите в комментариях под видео. Сейчас кое-что еще проверим в экстре, что написано. В специальном режиме найти. Ага. И в специальном режиме может еще и другое оружие я найду, типа вот этого Моргенштерна и так далее. А в простом, наверное, их не найти. Тогда какой смысл играть еще в простом режиме, если уже можно играть только в специальном, другие костюмы, все дела. Только если вы хотите с оригинальными костюмами играть, хотя они не сильно-то отличаются. Ну, да ладно. Несколько странный этот момент. Ну ладно. По крайней мере, ничего плохого он не делает. Теперь, наверное, стоит высказать свое мнение об игре. На игру уходит примерно сколько? Часов 6-8. Но 8 это так. Это если где-то вы будете проигрывать. Как я немножко на последнем боссе, я сперва не понял, что можно пробегать через корень по темноте. То тогда уйдет где-то 8 часов. А в целом где-то 6 часов.
Игра достаточно коротенькая, хотя классические резиденты проходятся даже меньше, чем за 6 часов, когда ты уже знаешь, как проходить. Эту игру, по идее, тоже можно пройти даже меньше, чем за 6 часов, когда ты знаешь, как проходить. Будет, наверное, примерно как в классических резидентах. Только в классических резидентах у вас все-таки есть сценарии. Во второй части сценарии А и Б два персонажа, в первой части тоже два персонажа. А в третьей части один персонаж, только Джилл, но можно проходить по-разному, иногда есть выборы, что делать в той или иной ситуации, когда появляется Немезис и все такое. В коде Вероники вроде бы, насколько я помню, выбора нет, но сама по себе игра длиннее первых трех частей. В нулевой части тоже нету выбора, потому что нулевую часть и код Вероника я отношу к классическим частям Резидента, как и первую троицу. Но в первой троице есть выбор, поэтому они выигрывают у Обскура по реиграбельности. Здесь максимум реиграбельность, только если вам захочется еще раз игру пройти, может получить все ачивки. Это для ачивок нужно пройти игру еще будет на харде, в специальном режиме найти все оружие. Я не получил ачивку за все оружие, значит что-то я не нашел, ну как минимум я не нашел. Тот дробовик не поднял, может быть он другой. Наверное, нужно получить в специальном режиме этот Моргенштерн, этот пистолет с лазером, чтобы открыть эту ачивку. Может быть, что-то еще. Но это уже только для тех, кто решит собирать все ачивки. Не все же люди собирают все ачивки, поэтому реиграбельность у игры небольшая. Но я бы не сказал, что это минус. Многие игры не отличаются реиграбельностью, чтобы было там что-то новое. Хотя это не значит, что вы не можете пройти игру еще раз, и еще раз, и еще раз, если она вам нравится. Плохо, что нет онлайн-коопа. Так бы можно было по онлайну поиграть. Плохо, что игра идет 4:3, а не на весь экран. Чтобы поставить на весь экран, нужно устанавливать отдельный мод, который, опять же, работает не для всех разрешений мониторов. Что тоже является, опять же, минусом. Ну, из плюсов игры, неплохой сюжет. Да, в нем нету ничего нового. Но все равно он неплохой. История постепенно подается. Мы узнаем об экспериментах в школе, и все становится ясно. В принципе, никаких дыр не остается. Даже несмотря на то, что я вроде бы не нашел 4 еще документа. Я так понимаю, должны быть еще документы. Может быть, нет. Не знаю. Но все, даже если я их не нашел, становится понятно, что было в этой школе, что происходило. Леонардо жалко, что так и не нашли лекарства. Но, в принципе, он сам виноват. Ведь он сам себе ввел эту штуковину, которую они исследовали. И столько мучился, столько лет, я не знаю, в таком состоянии. Что он вообще делал под школой? Что там делать? Это же скучно. Можно просто от скуки помереть. Боссов в игре получается, что и нету, считайте. Последний босс, окей, его можно считать за босса. Эту жирную тварь, которая встречается 3 раза за игру, сложно назвать боссом. Потенциально она, конечно, является боссом, но она слишком легкая для босса. Очень легкая. Поэтому я бы хотел в игре видеть побольше боссов. Несмотря на ее продолжительность, можно было все же сделать побольше боссов. Сделать... Что еще? Управление? Управление... Ну... Оно, в общем-то, на геймпаде оно нормальное. Наверное, на клавиатуре будет не так удобно играть, но на геймпаде вполне нормально играть. Просто стоит привыкнуть, что... Если вы хотите какую-то вещь активировать, вы должны ее сперва... Нажать кнопку выбора вещей, выбрать ее, нажать еще на кнопку и потом нажать использовать. Но это только конкретные какие-нибудь вещи, типа лечила. Потому что ключи вам не обязательно через меню так открывать, вы и так. Если у вас есть ключ, подходите к нужной двери и все открывается. Поэтому в целом управление вполне нормально. Я знаю, что многие жалуются, но попробуйте сыграть на геймпаде. На геймпаде вполне удобно. Механика
Прикольное, что можно окна ломать, и тогда монстры боятся света. Хотя, и без этого все проходится. Патронов вполне хватает на нормале. Я думаю, на харде будет хватать. Поскольку на харде же вы сможете играть только когда уже прошли игру на нормале, а значит, вы уже знаете расположение вещей. Может, патронов будет меньше. Но вы знаете, где какие враги будут, когда к чему готовиться. Поэтому сложностей не должно особо и возникать. Понравилось, что есть две концовки, когда выживут все персонажи, и когда выживут не все персонажи, но концовки, как я понимаю, отличаются немногим. То есть в конце вылезут либо все персонажи, либо нет. Способности у персонажей разные, но все равно можно использовать ту двойку персонажей или вообще в одиночку бегать тем персонажем, который вам нравится, который вы хотите. Вполне игра нормально проходится и за одного персонажа. Я в некоторых местах бегал одним персонажем, и ничего страшного из-за этого не было. И это, в общем-то, нормальный момент, поскольку вы же можете проходить игру в соло, а если бы нужно, обязательно были места, где нужен напарник, было бы тяжелее. Я имею в виду какие-нибудь боевые места. Так-то пару мест есть, где нужен напарник, когда нам нужно подсадить второго персонажа, чтобы забрать вентиляцию в начале игры. И потом еще в одном месте, где взять патроны. Но во всех остальных местах можно бегать спокойно и соло. И никаких проблем не будет. И это хорошо. Опять же повторюсь, потому что игра рассчитана, что можно проходить ее соло или в пати. Нет обязательной привязки, что вы должны бегать в пати. Что соло ее будет не пройти, или будет чертовски большая сложность, если вы будете играть в соло. Такого нет, и это тоже плюс игры. В целом игра хорошая, конечно, это не 10 из 9, не 9 из 10, но добротная. По сравнению со многими хоррорами, которые в современное время выходят, она интереснее. Серьезно. Хоть в ней и банальный сюжет, но она интереснее. Потому что те же, например, Outlast'ы, ничего интересного. Мы не можем врага атаковать почему-то, ни психов там, ни жирного этого хряка, который в первой части, хотя мы спокойно могли бы какое-нибудь стекло взять, я не знаю, какой-нибудь кирпич там найти и стукнуть, но мы не можем ничего это использовать. Там это очень тупо смотрится, а здесь вполне нормально. Школьники находят подручные вещи, и с помощью них пытаются выжить. Хотя, конечно же, странно, что они очень так профессионально обращаются с оружием, очень легко и ни у кого не возникает вопросов. Но, в целом, игра хорошая, если вы любите хорроры, вполне можно сыграть. И можно играть копи, если у вас есть с кем, чтобы сыграть на одном компе. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. А с вами был Swordflame. Всем пока!